О том, что Дмитрий Тарасов в группе «Резок», говорили еще те, кто знал его во времена брака с Ольгой Бузовой. Тогда очевидцы утверждали, что приезжая к ней на поляну, он вел себя с ней совсем не так, как это делают любящие мужья. Да и в конце прошлого года адвокат Жорин, ведущий дело о неуплате алиментов его первой жене Оксане, рассказал, что для Тарасова жены как дорогая мебель, которую он купил и теперь хочет от нее полного послушания. Да и недавняя шуточка о том, за сколько Настя слижет чупа-чупс, выглядела как-то пошловато. Удивил Тарасов и своим пожеланием жене годовщину своей свадьбы. Вместе с дежурными признаниями в любви он пожелал ей терпеть его, видимо, на то есть причины. Правда, если он не заключил брачный договор, то терпеть его совсем не обязательно. Сергей Жорин легко отсудит у него часть имуществ и приличные алименты.